Кыргызстан навострил нос в сторону таможенного союза. Президент Атамбаев, приглашенный 29 мая в Астану, по мнению экспертов, получит на руки дорожную карту по вступлению республики в альянс Белоруссии, Казахстаном и Россией. В таком случае в стране начнется кропотливая работа над адаптацией законов Кыргызстана под стандарты таможенного союза. Нынешние власти под этой цели уже успели сверстать бюджет расходов. Бишкек намерен выпрашивать около 400 миллионов долларов. Средства планируется направить на установление таможенных постов, строительство лабораторий и автоматизацию фискальных органов. Мы просим наших партнеров, будущих партнеров по таможенному союзу, чтобы они оказали нам поддержку в реализации дорожной карты. Если эта сумма будет не оказана нам, да, то нам потребуется чуть дольше времени для того, чтобы соответствовать, привести в соответствие с теми требованиями, которые предъявляются для стран таможенного союза. Мы сейчас имеем такую договоренность, что они нам окажут эту поддержку. Однако на этом просьбы Кыргызстана не заканчиваются. Бишкек в двухгодичный переходный период рассчитывает на поддержку своей экономики. И здесь интрига. Правительство не раскрывает сумму ожидаемой помощи, говоря населению, что все у них предусмотрено. Нам удалось согласовать все спорные моменты. Это вот первое, да? А второе, что касается соблюдения наших интересов, мы их озвучиваем. И есть понимание со стороны наших партнеров по таможенному союзу, да, что было отдельное соглашение по оказанию поддержки со стороны стран таможенного союза Кыргызской республики при вхождении в таможенный союз. Дорожную карту тем временем успели протащить через основные парламентские комитеты по экономической и фискальной политике, а также по международным делам. Правда, мнения депутатов по поводу целесообразности вступления в новый союз разделились. Коалиция большинства встала горой за правительство, а вот оппозиция, советующая не торопиться, осталась в меньшинстве. К сожалению, правительство не провело детального анализа, экономического анализа по секторам, по отраслям экономики, по социально уязвимым слоям населения. Не имея этого, значит, экономических расчетов, каких-то научно-исследовательных исследованных данных, мы идем в таможенный союз. Я думаю, что Кыргызстану нужно было еще время для того, чтобы провести вот этот детальный анализ. Первые несколько лет будет тяжело. Вот этого люди боятся. И поэтому просят, чтобы какие-то были преференции для Кыргызстана, в том же числе и для Армении. Вот. Но бесплатного ничего нет. Если мы замкнемся, закроем границы, будем жить сами по себе, у нас никаких развитий не будет. Мы где-то должны интегрироваться. Бросая с головой в омут нового союза, киргизские чиновники подзабыли о своем членстве во Всемирной торговой организации. Экономисты-скептики предупреждают, что Кыргызстан не сможет усидеть на двух стульях. Благодаря членству ВТО страна, ныне являющаяся реэкспортером китайского ширпотреба, в одночасье потеряет свои позиции в регионе. Однако ярые сторонники интеграции отмечают, что без рынков Казахстана и России республика потеряет гораздо больше. Подвела к тому, что мы должны в таможенный союз войти, потому что мы сегодня, нам всем известно, что рынки Дурдоя, продавцы, да, все сейчас возмущены. Вот, и говорят, что нет торговли, сейчас спад покупательской способности. Почему? Потому что Казахстан, как вошел в таможенный союз, она ужесточила свои границы. Вот, товар не проходит. Сейчас киргизские чиновники убеждают население, что вступление страны в таможенный союз приведет к развитию промышленности, улучшится положение трудовых мигрантов в России, а также увеличится инвестиции в экономику. Однако то, как будут вести себя цены, правительство не говорит. Эксперты опасаются, что Атамбаев, принимая поспешные решения, не отдает себе отчет в том, что повышается риск повторения революции. Thank you.